Лаваш бигмак. Берем вот такой лаваш тортилья. Намазываем на него фарш. Фарш у меня свиноговяжий, с солью просто, без ничего. Ни лук, ничего я туда не добавляю. Вот так намазали и на сухую сковороду фаршем вниз. Для соуса смешиваем сметану, кетчуп барбекю, кетчуп чили у меня. Можете смешивать какие хотите и немного соевого соуса. Собираем соус. Соус. Соленые огурчики. Сыр чеддер плавленый. И салат айсберг. Все это слаживаем пополам и запекаем с двух сторон на сковороде. Вкусно!